Я Ваня, а ты на канале Рыбакит, и мы сегодня рисуем портрет льва только черной гуашью. Гуашь сегодня у меня гамма 12 цветов мультики, сочная, яркая, густая, классическая гуашь. Но сегодня мы будем использовать только один цвет, он нам и понадобится, черный цвет. Черный цвет. Многие родители боятся, когда ребята рисуют черным цветом, но я думаю, у тебя получится веселый лев. Возьмем черного цвета и возьмем на кисточку. Я взял самую толстую кисточку. Берем и рисуем сначала треугольник. Этот треугольник — это нос нашего льва. Он черный. Мы вот так мазнули, и у нас треугольничек — это нос. Если он немножко кривоват, не переживай. Мы нарисуем теперь полукруги. Раз и два. Это улыбочка нашего льва. Теперь кликнем сюда несколько раз кисточкой и получили дырочки. Это его усики здесь растут. Здесь нарисуем глазки. Раз глазик и два глазика. А теперь самое интересное. Бери вот так вот много черного цвета, прям чтобы кисточка была грязная, черная. И рисуем теперь по кругу разные лепестки. Но они очень похожие будут между собой. Смотри, мы по сухому рисуем. И получается грива. Рисуем и гриву. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще можем. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Получилось у нас 17 лепестков. Мы нарисовали льва. Не так сложно это было сделать. Конечно, мы использовали только черный цвет, но это было того стоило. И мне понравилось рисовать черным цветом. Я хочу тебе показать, что веселые рисунки можно рисовать и черным цветом. В нем много прелести. Когда мы рисовали здесь и начинали рисовать лепестки, гриву нашего льва, здесь черный цвет очень густо лег. Но здесь все-таки видны маленькие кривенькие волоски. Здесь побольше белого, а здесь совсем много волосиков. Особенно в этом штришке. У тебя каждый твой штришок будет необычный. Он не будет похож на мой совершенно. Главное, чтобы ты взял плотную толстую кисточку и вот так вот вводил щетинкой. И твой лев будет тебя радовать. А ты разглядишь каждый лепесток и поймешь, что каждый отпечаток кисти — это как отпечаток пальца. Нету похожих пальцев и отпечатков на свете. И также отпечатки от твоей кисточки. Ты рисуешь оригинальный рисунок. Даже если ты повторяешь за мной. Но получается это у тебя по-другому, по-своему. Кисточка у тебя своя. Рука у тебя своя. И ты свою энергетику сюда переносишь. Получается у тебя по-своему. Я очень буду рад, если ты поделишься своим львом и покажешь мне в Инстаграм. Ой, какой у тебя лев получился, скажу я. И поставлю тебе супер лайк. Ребята, мальчишки, девчонки, мамы и папы, рисуйте, радуйтесь, лучше рисуйте вместе. К примеру, у мамы свой лев, у тебя свой, и сравните, какой из них веселее или как у кого получился, какой характер у разных львов. Все, хороших рисунков и пока-пока.